Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Многие меня просили сделать новое видео из магазина Руя Кундура. К сожалению, многие из вас, ну и практически все из вас не могут приехать сейчас в Аланию, но в магазине Руя Кундура в этом сезоне очень много интересных моделей и скидки на все модели до 20%. Но поскольку вы не можете сюда приехать, магазин Руя Кундура определила такую опцию, как отправка обуви в любую страну мира. Поэтому, если вы хотите заказать обувь из магазина Руя Кундура, магазин может отправить обувь до вашего дома. Поэтому в описании к этому видео есть номер WhatsApp, обязательно пишите на этот номер, выбирайте модели и заказывайте удобную и качественную обувь. Многие из вас уже были в магазине Руя Кундура, но еще раз расскажу, где он находится. Находится он прямо напротив пятничного рынка. В пятницу именно здесь располагается пятничный рынок, фруктово-овощной рынок, и прямо напротив него расположен магазин Руя Кундура. Ну а если вы приезжаете из других районов Алании, например, из Махмутлара или из Конаклы, из Афсалара, Окуджалара и даже из Манавгата, то вы приезжаете вот на этот небольшой автовокзал в самом центре Алании. И вот вы как раз видите, идет автобус, и прям рядом, практически в 20 метрах от этого автовокзала, и расположен магазин Руя Кундура. В описании к этому видео есть все ссылки на карту расположения этого магазина, ну и, конечно же, контакты, Инстаграм и Фейсбук. Ну а сейчас давайте пройдем в магазин и посмотрим, что же продается в этом сезоне, ну и, конечно же, какие цены и на что есть скидки. Как всегда, на входе на улицу около магазина Руя Кундура вы можете видеть вот такие вот обувные стенды. Это значит, что здесь вся обувь продается по скидкам. И сейчас в магазине обувь стоит от 30 лир. Это летняя обувь, шлепанцы, пляжная обувь. Ну а кожаная обувь в этом магазине стоит от 80 лир. И сейчас в этом сезоне скидки на всю обувь 20%. Поэтому, когда вы приходите в магазин, у вас будет такой хороший бонус. От цены, которая указана на этикетке, вы получите еще 20%. В магазине есть обувь, как я уже говорила, пляжная, летняя, зимняя, есть классическая обувь и очень много обуви повседневной, спортивной, удобной обуви турецких марок, таких как Mamma Mia, Эстель, Венус и так далее. Обувь, которая продается по скидкам, здесь на входе в магазин, она, обувь и обувь из кожезаменителя, она вся вперемешку. Особенность этой обуви в том, что, например, какой-то модели остался только один размер. Но покажу вам очень классные модели, которые я ношу сама. И это кожаная обувь марки Эстель. Супер удобная. Я ношу ее уже второй год. Это вот такие вот тапочки, которые ортопедические. Ну, в общем, очень-очень классные и комфортные. И, как вы видите, здесь представлено много кожаной обуви, как раз с ортопедической стелькой. И вся эта обувь стоит 80 лир. Но особенность в том, что осталось всего пару размеров той или иной модели. Поэтому, когда вы приходите в магазин Руя Кундура, обращайте внимание на обувь, которая стоит на улице. Ну, а если вы не находите здесь свой размер, то можете пройти на первый, второй этаж, где находится много обуви разных размеров, летний, зимний и демисезонный. Ну и, конечно же, в этом магазине продаются сумки, как кожаные, так и качественные сумки из кожзаменителя. Дорогие друзья, Сибагатинова работает в этом магазине и говорит по-русски. Поэтому, когда вы придете в магазин Руя Кундура, у вас не будет никаких проблем, чтобы выбрать свою идеальную пару обуви. Ну, в общем, никаких проблем в общении не будет. Сибагатинова, расскажите, пожалуйста, что в этом сезоне представлено в вашем магазине? Мисимо, кожа натуральная, что внутри, что снаружи. Угу. Разноцветные ремешки. И в какую цену они? 229 лир. Это вот как раз та спортивная обувь, про которую я вам рассказывала. И плюс 20% скидки есть. Да. И на всю обувь 20% скидки. Новые
замшевый тоже. Очень хорошая, удобная, ортопедическая подошва. Это тоже эта же фирма, да? Это Венус. Они стоят, вот этот именно стоит 220, минус 20%. Ага, а вот эти 180 лир. Видите, разные есть цвета. Цвета, да. Разные цвета. Здесь также представлена и классическая, да. Классическая обувь, но она такая летняя, потому что задник открыт. И, кстати, вот это очень-очень красивая очень модель. Удобно. Да, стоит 249 лир. И много очень летней обуви, да? Прям ну, вот с такими. Вот это новый сезон. В прошлом сезоне таких не было. Посмотрите, какие интересные детали. Фирма Гужа, они очень удобные. Угу. Мягкие тоже. Подушка стоит 164 лиры. Это тоже новый сезон. Новый сезон. Да. А, в прошлом сезоне просто было очень камушки модно с такими стразами, а в этом году посмотрите, какая красота, да? Очень красивые модели. Кто любит что-то в стиле боха, прям вот летняя, очень-очень красивая модель. И удобно. И удобно, да. Самое они удобное. Вот такие вот прям очень мягкие. В этом году очень, кстати, популярны и модны вот такие вот цвета, и особенно неоновые, друзья. Вот это вот просто писк моды. Да, потому что черное с неоном, в общем, неоновый цвет сейчас в моде. И сколько стоят такие кроссовочки? Такие стоят сейчас 180 лир. Ага, а вот эти? То же самое. Тоже 180 лир. Вот такая вот классика. Это фирма Estila, внутри ага. Кожаная, сверху тоже кожаная, ортопедическая внутри, мемори, табан. Угу. Стоит 220 лир, и видите, на самом деле, вот эта вот лазерная обработка, да. Кожи, да. Она настолько ноская, и даже светлая обувь, я просто сама ношу, и даже светлая обувь, она не темнеет, не теряет цвет, и она носится просто идеально. Однозначно. И, кстати, воды не боится. Воды не... и очень легкие. Вот, вот кто ищет легкую обувь, прям идеально. Сейчас. Посмотрите, какая здесь стелька. Очень классная. Фирма Freefoot. Freefoot. И стоят они 250 лир. Есть, видите, разные. Есть однотонные, например, вот такие вот синие. А вот такая вот модель есть у меня, да, я ее просто уже, я не знаю, заносила, но не сносила. И они очень удобные. А кто хочет что-то такое оригинальное, видите, есть и блестящая кожа, и лазерные обработки, и матовая, и вот таких вот разных цветов. Но в магазине Rua Kundura, помимо вот такой вот спортивной обуви, прям вот спортивной, да, очень много красивой классической обуви. Как туфли и босоножки с открытым задником, именно с острым носом. Фирма Lunar. Lunar. И вот такие стоят 170 лир. Ну, поскольку я вам показываю, поскольку я очень люблю острый нос, есть вот такие вот босоножки. Ну и, конечно же, для каких-то торжеств, Венус, да? Очень хорошая фирма. Праздников, ага. Да. Тоже кожаная, натуральная. Вот такие вот красивые прям. Сейчас, кстати, в этом году модно. Да, очень модно, и они на самом деле с острым носом, они очень удобны, потому что они на маленьком каблуке. И вот такие вот стоят 290 лир. 290. Вот просто идеально красивая обувь. 200 лир. И есть такие коричневые. Тоже фирма Lunar. И черные. Фирма Lunar. Ага. И сколько они стоят? Они стоят 200 лир. Посмотрите, кто любит что-то оригинальное. И на самом деле каблук достаточно устойчивый. Поэтому можно выбрать либо вот такую модель, либо, кто любит на шпильке, это фирма Rua Kundura. Произведено специально для вашей компании, да? Для вашего магазина. 140 лир. Мономия тоже новая, интересная, необычная. Ага. Но это тоже такие прям потом это Венус. Для торжественных случаев. На высоком каблуке, тонком, угу. Который мы показывали. Вот это вот на низком каблуке, а это на высоком. И такие туфли стоят тоже стоят 200 лир. Очень красивые. Фирма Венус. Если кто-то любит, например, красную обувь на таком более удобном каблуке, это фирма Mamma Mia. Все знают фирму Mamma Mia. Это очень удобная. Качественная, удобная. 200 лир
стоит. Ну и, друзья, конечно же, всем вам знакома вот эта пара обуви. Почему? Потому что в прошлом году я себе купила черную модель и светлую модель. Черную модель, даже несмотря на то, что она со стразами, я ее, в принципе, могу надеть каждый день. И посмотрите, ни стразы, ничего не отвалились, все с этой парой обуви отлично. И очень-очень удобная, потому что здесь вот такая вот очень мягкая стелька. Поэтому, если вы любите обувь на каблуках, вы можете найти в магазине обувь на низком каблуке, на среднем каблуке, на супервысоком каблуке. Ну и, конечно же, много летних сандалий. Это фирма Venus. Тоже фирма Venus. Тоже ортопедический, натуральная кожа. Подошва не желтеет, есть разные цвета, белый, красный, черный и коричневый. Стоит 200-230 лир. Да. Плюс 20%, это не забывайте. Да. И здесь много тоже разных вот таких вот моделей. Тоже внутри ортопедическая, натуральная кожа, нога не потеет, очень легкая. И не желтеет, самое главное, вот это белой части. Да. Тоже они стоят 220 лир. Да, а вот эти стоят 185. И обратите внимание, какая здесь... Подошва дышащая. Подошва, ага, кожа. И она тоже, но настолько удобная, что прям ходить одно удовольствие. Подошва дышащая. Ага, и подошва, да. В общем, летние обуви, выбор очень большой, да? Очень красивые. Фирмы Sophie Marais. Кстати, они в Турции производятся, в Италии продаются. Ага. Sophie Marais. Очень удобно и мягкая пятка, натуральная кожа и внутри тоже. Угу. Подошва вот цвету соответствует, зеленая подошва, синяя подошва. Угу. Очень удобные. Они стоят 240 лир. 240 лир. Вот тоже сандальки. Очень хорошие, красивые. На липучке, кстати, да? У кого, например, есть косточка, да? Три очень липучки. Удобно. Можно сзади вот отрегулировать. Вот здесь можно. Вот здесь можно. Фирма Venus. Venus тоже натуральная кожа. Но в основном это молодежь любит. Очень хорошие, удобные. 220 лир стоит. Потом тоже очень красивый. Это тоже спортивный такой вариант, да? Ну это да, такая тоже же натуральная кожа, шов снутри, шов снаружи. Тоже подошва не желтеет, это обязательно. На липучке, с плесточкой, очень хорошие, удобные. Тоже новая мода. Ага, ну вот это вот, да. Они сделали на резинке, вот тоже натуральная кожа, шов снутри, по краям сделаны. На резинке. Да, очень хороший дом. Стоят такие 210 лир. Вот еще очень красивая и удобная. Очень легкая. Ага, совсем тоже легкая Sophie модель. Marais, фирма. С мягкой такой подошвой. Они кожаной. Этого года модели недавно получили тоже. Они есть в двух цветах, черный и желтый. Стоит 230 лир. Очень много вот таких вот кроссовок. Они на самом деле тоже, да, с такой... С меброй эта подошва называется. Ага. Тоже легкие, удобные, с камушками. Да, кто хочет с камушками, пожалуйста, а кто хочет это что-то... Отлично. Да, очень можно легкие. Это вообще легкие. Вот смотрите, я вам покажу. Это называется мебро. Вот смотрите, берет форму ноги. Принимает форму ноги. Да. Ага. И очень стоит удобно. Всего 120 лир. Очень удобно. Можно стиральной машиной стирать, ничего не будет. Так что без проблем. Очень много моделей Mamma Mia, туфли с острым носом. В этом сезоне пришли новые. Тоже кожаная, натуральная, внутри, еще снаружи. Тоже лазерная обработка. Очень удобная, очень красивая. Так что... Стоит 265 лир. И в этом сезоне есть вот такие вот модели. Помимо летней обуви, также представлена осенняя и зимняя обувь. Осенняя обувь также таких марок, как Mamma Mia, Venus, Estelle и так далее. И вот то, что осталось с прошлого сезона, здесь представлено. Совершенно разные модели. Ну и, конечно же, здесь тоже есть много разных моделей, как кожаные ботиночки Mamma Mia. Вот кожа такая красивая, лазерная. Лазерной обработкой. На самом деле, вот такая вот кожа, она самая ноская. Такая модель стоит 310 лир. Как вы видите, много разных
цветов. И, например, я 2 года назад покупала себе вот такую вот модель. Эта модель тоже очень ноская, до сих пор ношу и в дождь, и в Стамбуле я носила в очень плохую холодную погоду. Кто любит что-то такое более спортивное и оригинальное, 395 лир, тоже фирма Мама Мия. Кто любит замшу, есть вот такие вот классические замшевые ботиночки, как черный, так и такие синие, стоят они 380 лир. В общем, как вы видите, здесь есть обувь зимняя, осенняя. Если говорить о зимней обуви меховой, то вот такие вот зимние ботиночки тоже фирмы Мама Мия. Сколько они стоят у нас? 425 лир и лаковая кожа. Сколько градусов мороза выдерживают вот эти вот до 45. Ботинки? До 45. И, друзья, на самом деле, именно вот такую вот модель я носила, когда мы ездили в Мурманск в декабре месяце, и там было тоже очень холодно, и в Москве я тоже носила. Ну, она у меня была без меха, очень удобный, хорошо держит тепло, легкие. Да, очень легкие. И подошвы не соскользят. Но это прошлогодний сезон, да, получается? Прошлогодний сезон. Вот эти вот ботинки, друзья, я носила в минус 15-20, в дождь, в снег, в Мурманске, в Москве. Поэтому, когда вы спрашиваете, выдерживает ли эта обувь низкие температуры и держит ли она тепло, именно вот эта модель просто идеально, и даже вот здесь от мороза никаких трещин, заломов. Потому что кожаная, поэтому. Да. В магазине Роя Кундура есть обувь до 42 размера, да. Женская. И да. Опять, друзья, смотрите, лазерная обработка, супер ноская, и опять ортопедическая стелька. Очень классно. Ну, натуральная кожа. Да. И фирма хорошая, Мама Мия. Да. Вот тоже есть цвета разные, белые. Какие хотите, более да. Нарядные, черные. Более такие повседневные. Да. Вот есть такой, как на буквы. Ага. Тоже хороший. Нубук, да. Но это такие прям строгие, такие спортивные. Это тоже фирма Мама Мия, и стоят они 330 лир. Очень легкие. Вот, да. Пожалуйста, тоже кожаная, летняя. Угу. С дырочками, чтобы нога дышала. Да. Тоже большой размер. 41 размер, и стоит 275 лир. Тоже лазерная обработка. Лазерная. Летний вариант. Ага. Натуральная кожа, тоже Мама Мия фирма, летняя. Угу, вот такие вот переливающиеся. В общем, очень много разных моделей, и Мама Мия прям очень, красиво. Очень удобная. Посмотрите, покажу вам. Вот она здесь хорошо видна, вот эта вот подошва. И высокий задник. Да. Кожа натуральная тоже. Да, чтобы нога дышала. На лето просто идеально. Вот такая интересная модель. Тоже летняя, да? Кожа внутри. Тоже натуральная. Да, кожа внутри замша, Мама Мия, фирма. Снаружи, ага. И это у нас тоже Мама Мия, 275 лир, посмотрите. В черном свете, в белом свете. Черный, а да, вот черный, белый. Удобные, mm-hmm. большие размеры. Большие размеры, да. Но несмотря на то, что они большие, они как-то так не смотрят. Нет, ну они контурные, да. Удобные такие, вот, нежные, не сильно так грубые. Mm-hmm. Ноги хорошо смотрятся. Тоже из серебристого цвета, вот так скажем. Ой, вот эти вот красивые, красивые. Да. Вот эти вот, посмотрите, какие красивые. Стоят 285 лир. Тоже большие, большие вот тоже такие вот размеры. Цвет. Да, красные. В общем, цвета абсолютно... И размеры есть, все есть. Да, цвета абсолютно есть. Какие хотите. Ждем вас, приезжайте. В магазине, я вижу, у вас появились чемоданы. Раньше чемоданов не было, друзья. Вы также меня спрашиваете, где, задавали вопрос в комментариях, где можно купить чемодан. Цена на чемоданы. На это большой чемодан 210. Но это просто огромный. Да. Потом меньше стоит. Этот стоит 190. 190. Такой стоит. И вот такой вот, да, маленький, 170 лир. И вот там вот есть детские чемоданы. Они стоят 150 лир. Здесь очень много моделей фирмы Мама Мия, да? В основном здесь такие спортивные модели, но они тоже у вас есть всех размеров. Все есть. Да, вот все такие вот более классические, да. Кто любит лаковую кожу, да, кто любит вот такую вот классику, лак.
вот такие вот тоже лаковые осенние туфли, да? Вот такие вот лаковые тоже очень простые, строгие, но одновременно такие элегантные, красивые туфли. Очень классные. Вот. Да, очень легкие, натуральная кожа, стоит 395 лир. И здесь спортивные модели. Кто любит тоже белая, либо лазерная, да, лазерная обработка. И стоят такие 310 лир. Они такие более на более высокой такой платформочке, но тоже все с кожаный, да, кожаный и ортопедический. Какая из этих моделей, может быть, я не знаю, пользуется большей популярностью? Больше популярности есть, конечно. Вот эта модель очень хорошо продается, очень удобная. Тут тоже стелька кожаная, ортопедическая. Но еще... Есть цвета какие? В белом свете. Белые. В радужном свете есть. Синий. А, вот, они все разные, да? Сколько стоит эта модель? Этот модель стоит 310 лир. 310 лир, да, смотрите, они есть все разные. Черная, белая, лазерная обработка, синяя. Ага, очень красивые. И вот такие вот модели, это новый сезон? Да, это новый сезон. Новый сезон, кто любит вот такие сабо? Тоже кожа натуральная, лазерная обработка. Угу. Есть в таком свете пудра. Фирма Мама Мед, есть вот такие вот черные. Да. Кажется, что большая платформа, но они тоже удобные. Вот такого плана с пробковой вставкой. Они очень легкие и удобные. Да, очень легкие. Это тоже новый сезон, да? Новый, да, сезон кроссовки. В этом новом сезоне получается, что очень много с платформой, да? Да, это молодежь. Так, ага, молодежные модели. Большинство молодежь покупает. Вот тоже, да, Мама Мия, посмотрите. Мода, в общем, возвращается, потому что в нашей молодости вот это вот было тоже супер-мега популярно. И сколько стоят такие? Такие стоят 310 лир. 310 лир, видите, разная платформа, блестящие, белые. И вот тоже очень такие интересные. Они есть такие и на шнурках есть. Тоже. И на шнурках. А, вот они разные модели, да? На шнурках. Но мне очень нравится вот прям вот эта вот очень интересная модель. Так что моделей много, все кожаные, качественные. Да, тоже кто любит модель. Классику, кто любит спорт, здесь можете найти. На любой возраст есть. Так что. На любой возраст, на любую погоду. На любой вкус. На любой вкус, размер. На любой кошелек. Да, на любой размер. Да, потому что в магазине Руя Кундура всегда есть скидки. Я вам показывала чуть раньше. Всегда на входе в магазин стоят стенды со скидкой. Также в магазине Руя Кундура большой выбор кожаных сумок на втором этаже. Есть сумки с лазерной обработкой, есть очень простые модели, серые, черные. Есть вот такие вот оригинальные модели оранжевого цвета. Есть модели, например, синие, бордовые под крокодиловую кожу. Ну и, конечно же, это все кожаные сумки. На них цены начинаются порядка 300-400 лир. И, как я уже сказала, очень много сумок с интересной лазерной обработкой, интересных цветов. Ну и, конечно же, классики, например, вот такого плана, серый, черный и так далее. Чтобы что-то выбрать, конечно же, нужно приходить самому в магазин. И к любой сумке можно подобрать обувь или также к любой обуви подобрать сумку. Например, быстренько вам покажу. Вот таким вот ботинком можно очень быстро подобрать какую-то такую молодежную спортивную сумочку. Ну, что мы можем здесь выбрать? Например, вот такой вот рюкзачок. Посмотрите, вот такое сочетание смотрелось бы очень красиво. Это и сумка, и рюкзачок. Стоит 500 лир. Поэтому, друзья, приходите в магазин, смотрите, выбирайте. И я уверена, что вы найдете для себя свою идеальную пару обуви и красивую сумку. Вот такие модели представлены в магазине Руя Кундура в этом сезоне, а точнее сейчас, летом. И не забывайте о том, что к каждому сезону в магазин поступают новые модели. К весне, к осени, к зиме. Если вы хотите увидеть, какие модели продавали здесь прошлой зимой и по каким ценам, смотрите ссылку в описании к этому видео на прошлогоднее видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, и ближе к зиме мы вам покажем, какие модели будут в этом году. Не забывайте о том, что любые
модель, любую обувь из этого магазина можно заказать, и магазин отправит прям до вашего дома. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы нашли что-то интересное для себя, поэтому покупайте турецкую обувь, носите качественную, красивую, удобную обувь, произведенную в Турции. Ну и, конечно же, приезжайте в Аланию и приходите в магазин Руя Кундура. Как я уже сказала, здесь есть русскоговорящий персонал, и вы не будете испытывать никаких проблем при выборе вашей идеальной пары обуви. Я со всеми прощаюсь, всем всего хорошего, пока-пока!